мы сегодня присутствуем на знаменательном событии. Ну, во-первых, у нас 100-летие университета. И именно сегодня исполнилось бы 100 лет одному из выдающихся ученых, руководителей университета, нашему коллеге Николаю Алексеевичу Плаксенко. Для меня это очень большая честь. Объясню почему. Потому как самое главное, наверное, это уважение к нашим учителям. Если мы о них помним и в здравии, и когда они от нас уже ушли, то это делает нам честь, и наш университет, да и любой университет, будет развиваться. Николай Алексеевич Плаксенко, ректор, декан, выдающийся геолог. Благодаря его работам сейчас процветает основа металлургического комплекса Российской Федерации. Работы, посвященные Курской магнитной аномалии. Это как раз и Столинский ГОК, Лебединский ГОК, Михайловский ГОК. Рядом находится Новолипецкий металлургический комбинат, который пользуется этим богатством. И это все достижение нашего университета и достижение Николая Алексеевича. Это один из тех учителей, о которых говорят, учитель не тот, кто учит, а учитель тот, у кого учится. У него многому можно научиться, и жизненной позиции, и самоорганизации, и отношению к любимому геологическому делу. Мы под его опекой росли, как геологи, и, конечно, это место... достойное место, которое будет напоминать не только живущим, знающим его и вспоминающим его как о живом человеке, но и будущим поколениям, которые, может быть, его никогда и не узнали бы, если бы не вот эта мемориальная доска. Папа действительно одарен был многими дарами от Бога. Умен, красив. Обладал чудесным чувством юмора. С ним всегда было весело и легко. Даже переживать какие-то тяжелые события в жизни, он всегда находил возможность как-то маму развеселить, как-то нас всех это самое поддерживал. Вот. Он был невероятно предан. Он научил нас, Сашей, с моим братом, просто самым важным вещам в жизни. Это верность и преданность себе, своей семье, своей родине и своему любимому делу. И это все не на словах, он действительно посвятил этому всю жизнь. Если вы обратите внимание на его грудь, смотрите, ордена медали. Это боевые ордена. На нем сегодня в основном говорим как об администраторе, как об ученом, о геологе. Но ведь он прошел славный боевой путь. И это, наверное, наложило отпечаток на его характер, на его требовательность. Короче, наш курс считал его самым уважаемым и самым любимым преподавателем из всех преподавателей. Таким он останется в памяти последующих университетских поколений. Таким он останется в истории университета. И то... событие, на котором мы сегодня присутствуем, это естественная часть того большого дела, которым университет встречает свой вековой юбилей. Спасибо. У меня, когда я инструктор, у меня не было проблем с выбором профессии, потому что я с малых лет ездил с ним в поля, ночевал в палатках, где-то на 7 класса я ездил за экспедицию, поэтому стал геологом, говорят, неплохим. Я очень горжусь своим отцом, надеюсь, что он тоже доволен мной. Вот, конечно же, это лучший отец в мире, как говорила сестра. Ну что еще сказать? Стараюсь походить на него.
Спасибо.